Тут появилась статья Навального, в которой он крайне наивно, то есть стало ясно, что человек вообще ничего не понимает. Но когда он рассуждает о коррупции как о главном мировом зле, что если ей жить, то все будет хорошо, хочешь ему сказать, посмотри на Америку и то, что произошло в Афганистане. Ну, это, во-первых, я с вами абсолютно согласен. Ну, а во-вторых, вы знаете, Путин, он сказал вчера, когда встречался с канцлером Меркель, что, в общем-то, с российской точки зрения, Навальный-то сидит не за политику, а за коррупцию. И когда ему были предъявлены те его предыдущие обвинения, я не знаю, можно ли считать их политически мотивированными, по крайней мере, так считают сам его сторонники, но вообще-то были иностранные компании, которые обращались в российские правоохранительные органы, требуя защитить их от Навального. Вы, наверное, про это помните. И обвинения в коррупции, они тоже, это такой очень хороший прием. Я не хочу сказать, что коррупции в России нет. Она есть в России очень сильная. Она есть в очень многих странах мира. Она в том числе есть, конечно, в Америке. Ее много в Китае. Снять все коррупции, мне кажется, это несерьезно. А самое главное, когда выпячивается коррупция в одном конкретном месте, которое тебе хочется наказать, извините, это не борьба с коррупцией. Это использование коррупции в политических целях, чтобы на кого-то более эффективно наехать. Это использование в политических целях. Согласен на 100%. Вот сегодня большая тема в России. Вчера было принято решение Минюстом об объявлении дождя иностранным агентам. Жду, когда будут введены американцами санкции в защиту на дождя. Ну, надо вводить санкции с американской точки зрения, потому что когда ты на самом деле сделать ничего не можешь, и, в общем-то, твой интерес ограничен, но ты не хочешь показаться социальным слабаком, то санкции теперь немедленно в Америке американскому политическому классу приходят в голову. Как правило, те санкции, которые можно ввести без ущерба для американской экономики. Так что я наверняка думаю, что-то придумают. Что касается дождя, ну, мне жалко, что дело дошло до этой ситуации. Я считаю, что дождь более профессиональная медийная организация, чем «Эхо Москвы», которая просто, с моей точки зрения, не журналистская организация, не знаю, как ее назвать, которая позволяет выливать любые помои, которые им удобны, и объяснение главного редактора, что у них свобода слова. Но вы знаете, если кто-то выливает помои, это не свобода слова, это свобода помойки. И человек, который за это отвечает, он называется заведующий помойки, а не главный редактор серьезного журналистского предприятия. Я смотрел интервью только что Захаровой с Дядько. Мне казалось, что он пытался, по крайней мере, вести себя корректно, и он человек, мне кажется, в журналистике, как и Катрикадзе, они более профессиональные и более значимые. Есть там люди сумасшедшие, такие как Фишман, но им тоже трудно соревноваться в безумии с компанией «Эхо Москвы», например, с таким человеком, как Сергей Пархоменко, который, ну, упомяну лично, разоблачал меня, якобы я сбежал из Америки в то время, как я находился в Америке, а потом выяснилось, что господин Пархоменко в это же самое время, регулярно появляясь на «Эхе Москвы», каждую неделю, насколько я понимаю, говорят, что он вот не присутствует в студии, а что он вещает издалека. Ну, я не знаю, вещает в данный момент, но многие годы он вещал, я могу вам сказать совершенно точно откуда, из Вашингтона, работая в центре Вудро Уилсона. А центр Вудро Уилсона – это организация, полностью финансируемая американским Конгрессом и, естественно, отражающая позиции Конгресса и очень восприимчивая к настроениям Конгресса. Он там работает старшим советником в Институте Кеннеда. Ну, я не знаю, есть ли в этом что-то предрассудительное,
я появляюсь на телевидении в России, в том числе и у вас, к моему большому удовольствию, и я в то же время работаю в американской организации. Но мы не скрываем, что я американский гражданин, работающий в американской организации и в данный момент вещающий из Вашингтона. А тут господин Пархоменко с полного ведения и при явной поддержке «Эхо Москвы», используя такого человека, создавая впечатление, что он какой-то обычный, нормальный российский гражданин. Мне, как объективную журналистику, это трудно принять. Мне кажется, что дождь, как правило, до таких вещей не опускается или, по крайней мере, пытается не опускаться. Но тут есть один очень простой вопрос. А каков закон? Тут господин Пархоменко, тут я обратил внимание как раз на его статью, поэтому на его, точнее, выступление по «Эхо Москвы», он давал какой-то полный бред, объясняя, какой в Соединенных Штатах закон на иностранных агентов. Что якобы для того, чтобы регистрировать кого-то иностранным агентом, требуется, чтобы этот человек или эта организация полностью финансировались из-за рубежа и полностью выполняли указания каких-то иностранных организаций. Ну, чтобы вы знали, иностранным агентом считается любой человек, который выполняет задания какой-то иностранной организации, если это правительственная или околоправительственная организация, или если это какая-то частная компания, которая близка и обслуживает интересы правительства. Вот Манафорта, помните бывшего советника Трампа, Майкла Флина, которого сделали советником по национальной безопасности. Им и тому, и другому предъявили обвинение, что они были иностранными агентами, при том, что у них были совершенно другие основные занятия. Были оба крупные политики, консультанты и так далее. Но они, в числе прочих, имели иностранных клиентов. И вот поскольку они имели иностранных клиентов, извините, их не просто критиковали, их посадили. Повторяю, им дали серьезные, реальные сроки. И поэтому вот так говорить, что в Америке тут нужно вести какую-то зловещую политическую деятельность под контролем враждебного государства, чтобы считаться иностранным агентом, это полностью не соответствует действительности. Но вот что для меня важно, простите, вот что для меня важно. Для меня важно знать, получал ли канал «Дождь» иностранное финансирование. Кто-то может считать, что этот критерий неправильный, и можно получать спокойное иностранное финансирование. Но, как я понимаю, не с точки зрения российского закона. Если это так, то либо «Дождь» это финансирование не получал, и тогда я надеюсь, что апелляция «Дождя» увенчается, или он получал. И в этом случае мне очень трудно представить, как они смогут отстаивать объективно свои позиции, особенно если они это иностранное финансирование всячески отрицают. Вы знаете, что по этому поводу было много обвинений, в том числе со стороны RT, но не только RT. Я надеюсь, что по этому поводу будет сейчас открытый диалог. И если «Дождю» есть действительно как представить факты и доказать свою правоту, я надеюсь, что у них будет возможность апелляции. Но только если факты на их стороне. Но здесь надо отметить, что даже если они проиграют любую апелляцию, это не запрещает их деятельность. Им всего лишь надо маркировать свои материалы. Но это никакого запрета на деятельность нет. Ну, Владимир, то, что появилось Захарова у них на следующий день после того, как признали иностранным агентом, это говорит за себя. Я знаю, что вы очень хорошо знаете Марию Захарову. Да. Я ее знаю меньше, но тоже неоднократно был с ней вместе на различных передачах. И, как правило, я с ней соглашался. Иногда не соглашался, и мы спорили. Но мне никогда не приходило в голову, что госпожа Захарова – это такой, если хотите, свободный артист, которая вот абсолютно сама решает, на какие передачи идти, особенно в такой чувствительной ситуации. И если она появилась на «Дожде»
на следующий день после признания Давдя иностранным агентом, я исхожу из того, что как минимум Министерство иностранных дел и администрация президента считали это приемлемым. А это говорит за себя и подтверждает тот тезис, о котором вы только что говорили, что это очень неприятно, когда тебя считают иностранным агентом российские власти. И это однозначно создает проблемы, в том числе и с финансированием. Но с другой стороны, это еще называется не конец жизни, и у тебя остаются возможности. И если правда у тебя есть, как они говорят на Дожде, огромная база сторонников России, то эта база может быть еще более мотивирована, чтобы их поддержать, в том числе и финансово. Но вот нехороший документ, который еще с сентября 2013 года, и в нем указывается телеканал «Дождь» как аффилированные СМИ американского госагентства. При этом сказано, что они не хотят подписывать формальные документы, но непосредственное участие прописано в отчете. Ну, конечно, это вызывает, ну, по крайней мере, некоторые вопросы. Это однозначно вызывает некоторые вопросы. И мне очень нравится, как вы это сформулировали. Это вызывает некоторые вопросы. Вопросы не риторические, не демагогические. Это реальные серьезные вопросы, и на это должен быть дан ответ. И, в принципе, такой ответ, в общем, да, не трудит. Мы знаем, в Америке люди хорошо известны, кто работали в этих организациях в то время. Это публичные фигуры. И Дождь должен всячески попросить их, чтобы они согласились предоставить информацию, чтобы они дали интервью о том, что в самом деле произошло. Если их объявили аффилированной организацией без их ведома, то это, конечно, одна ситуация. И мало как какой-то американский бюрократ, как он хотел оправдать свои действия, свое желание помочь какой-то российской организации, на что он не до конца имел право с точки зрения американского закона. Если бы это делалось, то это, конечно, было бы нарушение, но нарушение скорее американского закона, чем российского. Ну а если бы оказалось, что Дождь так обозначили с ведома, с согласия, то, конечно, Дождю было бы трудно доказывать, что он является объективной российской медийной организации. Аффилированность подразумевает некое финансирование или может существовать без этого? Просто тогда странно, почему это фигурирует в отчете Конгрессу. Ну, вот, например, в нашем центре есть много людей, в том числе людей очень известных, которые являются у нас visiting fellows, distinguished non-resident fellows. Они за это ничего не получают. Так что, в принципе, такая ситуация возможна. Но, как я понимаю, когда Дождь был упомянут как аффилированная организация, это было именно в контексте того, как американские правительственные структуры распределяют свои ресурсы. Но я считаю, что вот вы правильно поставили вопрос, и на этот вопрос можно найти ответ. Если в Америке назвали так Дождь, без его ведома, и что называется, его подставили, то мне кажется, что Дождь имеет полную возможность и полное право по это сказать, и соответствующих американских чиновников, которых очень легко идентифицировать, надо, конечно, просить их дать объяснение. Если их сам Дождь попросит, им будет трудно сказать. Тем более, что мы с вами хорошо знаем, что многие из этих чиновников выступали на Дожде и с большой радостью, от посла Макфола вплоть до госпожи Нуланд, то есть они могут. Интересно, как рассказал о финансировании Дождя некто Венедиктов. Давайте вместе послушаем, если вы не против. Важная история, не зарегистрирована за рубежом, а это российская компания, существующая на российские деньги. И только вот поковырявшись и доковырявшись там до третьего уровня, нашли там 3,7 миллиона рублей за 4 года. Вот таких вот мелких.
Что такое 3,7 миллиона рублей? Еще раз напомню, что месячный доход-расход, да, дождя, если судить по их отчету 2021 года, то вокруг 40 миллионов рублей в месяц, а тут 3,7 миллиона за 4 года. Так, и он иностранный агент кого? Бельгии? Кого? Бельгии, конечно. Короля? Нет, это штаб Евросоюза. А. НАТО. Я понимаю, почему НАТО. Такой гнев у гражданина Венедиктова, потому что, напомню, как он сказал, его проверяли американские налогоплательщики, установлено, что он тратил 200 тысяч долларов якобы на корпоративные расходы «Эхо Москвы» в год. Это 15 миллионов рублей. Поэтому, конечно, Венедиктов волнуется за судьбу своей информационной помойки. Но Владимир, вообще, заявление Венедиктова, как американские налоговые органы не возражали против того, как он тратил деньги, помещая их на свою кредитную карточку, которая была выдана американской компании. Я вам скажу честно, я вот вообще не знаю, о чем говорил. Во-первых, у меня есть тоже корпоративная карточка моей американской компании. Мы, естественно, имеем аудиторов, которые все это проверяют. У нас есть соответствующий аудиторский комитет совета директоров, он все это проверяет, и потом мы все это подаем в налоговые структуры. Ну вот в чем вопрос. Я пытаюсь себе представить, чтобы мой центр подавал документы в американские налоговые ведомства, если эта моя карточка не имеет отношения к моему центру, а имеет отношение к какой-то другой компании. Вы понимаете? Это невозможно, потому что это невозможно никогда. Потому что есть правила одни для иностранных организаций, другие для местных организаций, одни правила для прибыльных компаний, другие для каких-то таких структур, как мой центр, неприбыльных. Это вообще полностью исключает вот такое смешение понятий, чья это карточка. И когда он это говорит, мне трудно относиться к этому серьезно. Извините, это у меня как Меркель зазвонил телефон, и это точно не нарочно. Да нет, было бы забавно, если бы ты из Белого дома. Нет, это не из Белого дома, это моя жена Анастасия Саймс. Ну, тогда от нас нижайший поклон. Я ей тоже обязательно перезвоню. Вы знаете, я хочу быть с вами абсолютно честен. У меня в отношении Дождя есть симпатия, потому что они работают в очень трудных условиях, потому что у них есть своя точка зрения, которую я не разделяю, но которую, мне кажется, тоже важно услышать. Мне кажется, что там есть разные люди, и одни у меня вызывают, не скрою, отвращение, а другие у меня вызывают уважение. Когда Катрикадзе заработала в другой компании в Америке, она меня несколько раз интервьюировала. И было понятно, что она интервьюировала меня как человека с другими, по сравнению с ней, взглядами. Но она всегда это делала корректно. Они меня недавно, уже на Дожде, попросили об интервью. Я им сказал нет, но я это сказал им по своим ограничениям другим, моим контрактным ограничениям. А так я бы, наверное, им не отказал, потому что я действительно считаю, что некоторые люди, по крайней мере, на этой компании, в этой студии, они заинтересованы какому-то серьезному диалогу и разным мнениям. Поэтому мне по-человечески хочется, чтобы те аргументы, которые они приводят, чтобы они оказались правдивыми, чтобы они оказались убедительными, и в этом случае, чтобы их выслушали и услышали. Теперь дело за ними, чтобы эти аргументы привести. Дмитрий, спасибо вам большое. Всегда честь и удовольствие общаться с вами.